Ну вот можно, например, пойти записать просто атмосферу города, если с определенной точки. Если все со звуком происходит хорошо, да, никто не обращает внимания на это. И это хорошо. Так и должно быть. Это фильм, и человек должен погрузиться внутрь фильма, а не слушать то, как там звук сделан. Поэтому приходится, да, быть незаметным. Я уже, наверное, больше 10 лет занимаюсь цигуном. Это для меня стало как почистить зубы примерно. То есть это такая гигиеническая процедура для мозга и тела. Я делаю это каждый день. Если я пропускаю один день, это еще ничего. Два дня уже заметны как такие какие-то ощущения скованности, что-то не так. Как будто просто что-то не так. В принципе, это просто как чуть менее качественное состояние тела ощущается. И вот это понятие синхронности, это то, что работает несколько больших нейронных цепей в определенной, как бы сказать, гармонии друг с другом.